В администрации президента идут переговоры между лидерами оппозиции и представителями власти. Напомню, накануне состоялся первый раунд. В здании администрации на Банковой вместе с главой государства в переговорах участвовали председатель СНБО Андрей Клюев, советник президента Андрей Портнов и министр юстиции Елена Лукаш. Она, в частности, отметила, что лидеры оппозиции не ответили на вопрос, будут ли они в дальнейшем контролировать радикальные действия на улицах Киева. Вчера Кличко, Яценюк и Тягнибок вышли из здания администрации, ничего не прокомментировав. Уже позже, после заседания учредительного собрания Народного совета, это новое объединение депутатов от оппозиции, лидеры фракции сделали заявление. Они предложили власти созвать внеочередное заседание парламента, отправить в отставку правительство и отменить законы, принятые 16 января.